1 кастрычніка у Міжнародны дзень музыкі Гомельская абласная філармонія адкрыла новы 51-й канцэртны сезон. На сцэну выйшлі артысты найвышэйшага ўзроўню, салісты арт-праекта «Тэнары 21-га стагоддзя». У суправаджэнні эстрадна-сімфанічнага аркестра абласной філармоніі пад кіраўніцтвам Станіслава Шныра яны прадставілі праграму «Няма песні без цябе». Падрабязнасці са свята музыкі у Александра Лупіненкі. Сотни яскравых программ, десятки громких именов, шматликие гастроли. У Гомельской областной филармонии богатая история. 51-й сезон распачался яскравый с великим размахом. На сцене эстрадно-симфоничный оркестр имя Юрия Василевского. У его сопровождении спевают московские зорки, арт-проект «Тэнары 21-го стагоддзя». Сябровство и творчие сувязи объединяют сусветно вядомых выканаўцаў и Гомельскую филармонию уже 8 годов. До открытия 51-го концертного сезона артисты подрыхтовали премьеру, великую программу под назвой «Няма песни без цябе». Яна створена у лепших традициях советской эстрады. У основе чаровная музыка Арно Бабаджаняна и песни из репертуару легендарного Муслима Магомаева. Мы поем в первом отделении вот такие яркие эстрадные песни зарубежные, которые пел Муслим Магомаев. Очень яркие, замечательные. А во втором это, конечно, в основном Бабаджанян, ну и, конечно же, пахмутовская мелодия. Гэты концерт только початок шматликих сюрпризов, которые филармония подрыхтовала для гомельских меломанов. У их уже зараз есть махчимость отрымать абонемент на шерах музычных мероприемств. Гомельский зритель уже может спланировать свой досуг на весь концертный сезон. У нас действует абонементная система, в которой зритель может определиться, на какой концерт он уже может пойти буквально до мая месяца 2018 года. Ждем своего зрителя и готовы его удивлять. Открытие нового музычного сезона у Гомеля запомнится на долгий час. Глядачам – станучими эмоциями, артистам – теплым приемом и овациями. Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».